Жители Куйбышевского района вышли на митинг против шумного соседа. Долгое время бар в одном из дворов не давал самарцам спокойно спать. Активные горожане терпеть шум и драки по ночам не стали и обратились в полицию. Закрыть питейное заведение оказалось не так-то просто. У хозяина с документами было все в порядке. Однако жители своего все же добились, как знает Анастасия Гончарова. Покой долгое время жителям улицы Хасановской только снился. Всему виной расположившийся по соседству бар. Постоянные ругань, постоянные драки, разборки, постоянно подъезжают машины, включают музыку на всю мощь, это где-то после 12. Женщина вот жаловалась, так ей окна побили на первом этаже. Нам покоя никогда не бывает, потому что с бара выходят, орут, кричат, и все на свете. Дерутся, стреляют, все, что хочешь. Музыка здесь орет, громыхает до полночи. Горожане обращались в различные инстанции, не помогло. Прикрыть питейное заведение оказалось непросто. Алкоголь продавался без нарушений закона. Мы приехали, выяснили, что данное заведение действительно таковым является, то есть является источником зла. Более того, у них имеется лицензия, выданная Министерством экономического развития Самарской области. Поэтому мы, сотрудники полиции, не могли их закрыть. Тогда полицейские решили устроить бизнесмену очную ставку с недовольными соседями. На очередном митинге владелец заведения под натиском жителей не выдержал и сдался. И закрыл бар сам. Источник зла вы должны здесь прекратить. То есть вы подтверждаете, что вы его закрываете, вы к нам прислушались. Конечно. На баре теперь красуется объявление о закрытии, но вот сами жители в свое счастье верят с трудом. Опасаются, что предприниматель слова не сдержит. Однако сотрудники полиции взяли объект на контроль. Патрулировать будут круглосуточно. Анастасия Гончарова, Вячеслав Потоцкий, новости губернии.